местного самоуправления заключение пребывания на высших должностях не более одного срока и не более 5 лет. Ну, неплохо, да. Срок бы я только сделал год и 5 лет. Принятие конституционного закона о правде и открытости должностных лиц всех уровней. Правде. Ну, неплохо. Сама подготовка этому не соответствует. За деньги, например, не отчитывается, поэтому... Пустые слова. Открытая работа органов государственной власти, мест управления с онлайн-трансляцией в интернет, все происходящее во всех кабинетах, учреждениях, размещение всех рабочих документов любого органа на общедоступных интернет-ресурсах, немедленное увольнение должностных лиц за ложь, связанную с исполнением служебных обязанностей. Ну, неплохо, да, неплохо. Закон об ответственности, может, устанавливающий материальную ответственность должностных лиц за принятые решения. Ну да, как бы, типа, чиновник сделал. Ну как это доказывать опять? Опять людям бежать в суд, а людям до суда не дойти. Введение визового режима в стране Средней Азии. Ну отлично, но они просто визу купят. Ну хотя, да, это немножко... подтормозит. Ну тут дело в том, что они вот приезжают, эти люди, и они, им есть куда ехать, вот эти там без оформления настройки, поэтому дело как бы не в визе, а вот эти вот гниды предприниматели, вот, чтобы их не было. Как бы такая связка, как я понял, я читал по этим вопросам. Так, 15 минут первые прошли, ну долго получается, но... Я хочу обстоятельное, не хочу дружеское называть, потому что люди ведут себя эти некультурная артподготовка, настоятельная критика, предметная, вежливая критика, вот так вот. А дружеского уже не надо. Поливание говном, как будто провокаторы ФСБ, простых людей зажатых. Охереть, блядь. Различайте там, кто куда. Морду идите бейте теми, кто за вами следит. Так. Создание законодательной информационной и финансовой системы, при которой переход прямой демократии в России станет необратимым. Отлично. Но просто прямая демократия должна быть введена прямо в один день, в одну секунду, а не переход. Переход, ясно, что 5-3-2 года, потом продление. Установление в России прямого налазия. О! Вот это залет! Установление прямо сейчас. Вот только что я сказал. Вот как бы я же обдумываю все время свои слова. Ну, почти что все время. Вот, то есть прям идет, имеет смысл, вот, когда прям ты вводишь сейчас, тогда это вот работает. Но потом неизвестно, что будет потом. Как бы два пункта, поняли, они противоречат друг другу. Установление и переход какое-то время. Плохо ребята подготовились. Но ладно, вот читайте. Больше надеюсь, что прочитают сторонние люди. И доработают уже. Так что эта программа у меня 06.11.2017. Введение персональных выплат для лиц семей, пострадавших от преступной власти. Блин, что это? Ну, как бы я понимаю, тут вот и я, и все, и семья моя, и знакомые. Я получу копеечку, а какой-то гнеденок, типа, который в полиции скажет, а я поддерживал, засмотрите, ребя. И он, наверное, побольше получит. Первое. Национальная идея России. Прямое народовластие. Отлично. Создание системы народовластия. Создание. Так, создание или назначение, внедрение сразу. 1.1. Общество всеобщей открытости не имеет права посягать на частную жизнь граждан. Ага. Ну, то есть чиновник не гражданин, получается, за ним слежка. Ну, да, как бы я об этом думал. Чиновник же должен работать в максимально открытой обстановке. Необходимо немедленно ввести условия для обеспечения открытости власти на законодательном уровне. Принцип открытости власти должен стать основным в деятельности государственных чиновников.
Нет, тут не в этом суть, ребята. Открытости, все отлично, да, ты знать, ты не знаешь, что эти гниды делают. Но влиять, как бы, чтобы не зависело у тебя ничего. Вот сейчас вот там идут, например, какую-то инвалидность, ты там должен к терапевту, главврачу забежать, чтобы ты не был в зависимости. То есть там, чтобы не пришлось взятку не только в какой-то суд, а чтобы ты, ну, не было, чтобы да, ты тебя снимают, ты как бы устал что-то с деньги с тебя тянуть. Ну, тебе не получилось, хоп, во вторую поликлинику сходил, чтобы выбор там, который по рейтингу лучше, там как-то так. Дело не в открытости. Открытости все могут быть кабинеты, и тебя всех могут нахер послать. Дело, чтобы у тебя такие вот права, которые не отнять, да. Быстрее. Все кабинеты чиновников будут оборудованы видеокамерой. Все действия чиновников, деятельность которых не связана с государственной тайной, будут доступны в режиме онлайн гражданам государства, как в виде видеотрансляции, так и в документальном виде. Отлично. Гостайну надо убрать. Вот это херота, в жопу гостайну. Все президенты государственной должности должны будут дать развернутое интервью по определенным перечню вопросов. Ну, неплохо. 1.4. Должна быть доступной гражданам должна быть доступна информация о чиновниках, членах их семей, имуществе чиновника и членов их семей. А, два раза, членах их семей. О, я правочку делаю, тут смотрите, ребят, программы. То есть кто-то должен там с подготовки меня посмотреть и поправить. Офигеть, какой я полезный. Так, результативность и само содержание деятельности чиновника. Психиатрическая и онкологическая экспертиза претендентов на высокие государственные должности будет обязательной процедурой, как и периодическое прохождение психологического и наркологического тестирования, публикации данных в интернет-контенте. Контенте, по-моему, лишнее слово. Также будет установлено периодичное обязательное прохождение опроса с применением полиграфа. Не уважаю полиграф. Ну ладно, будет так будет. Чиновники любого ранга не будут иметь права решать рабочие вопросы вне рабочего места и за пределами рабочего времени. В случае фиксации таких случаев, случаи убрать надо. Чиновник должен незамедлительно подать в отставку без права когда-либо занимать государственную должность из возможности или с возможностью занятия таковой по прошествии определенного времени, в зависимости от тяжести совершенных нарушений. Ну, опять там взятки пойдут какие-то. Кто будет проверять-то? Полиция, которая тот народ издала уже сейчас. Ну, так, да, написано нормально. Один из семь. Граждане будут иметь доступ к решению всех вопросов, лимитирующих их жизнедеятельность на муниципальном уровне путем референдумов, опросов. Ага. Ну, сейчас в Москве есть опросы эти, которые чиновники подделывают, и чего? Все международные договоренности будут открытыми для граждан. Никаких тайных для граждан стран переговоров почти не имеет права. Отлично. 1.8. Все средства связи будут национализированы. Доступ к интернету для всех граждан будет бесплатным и гарантированным. Весь документооборот чиновника будет доступным гражданам. Это уже писалось несколько раз, по-моему. Зачем повторять? Средства связи национализированы. Нет, глупость какая-то. Отлично, знаю про связь, сейчас расскажу вам, ребята. Например, сейчас есть Ростелеком, он нифига народу не принадлежит. Там какие-то вот заправилы, там стали этот чувак, в общем, всякое говно, чинуши. То есть может типа такого получиться. А тогда сделать оператора связи, который, ну вот чиновники, почти что там нет чиновников, они не могут вот эти кучу денег получать, счет должен быть под контролем. И да, он просто принадлежит людям. Но плата там должна быть небольшая. И интернет, например, медленный, вот это 64 килобита или 128, он вот бесплатно, да, должен быть вот такой вот совсем медленный. Тогда всем, да. Ну, вот такой вот самый вот медленный, который сотовый оператор был 64 килобита, чтобы ты мог, ну, что-нибудь письмишко какое-нибудь электронное написать. Больше ты ничего, конечно, не сможешь, но это нормально.
Так, 1.9. Все судьи, прокуроры, начальники муниципальных полиций, значимые руководители муниципальных органов власти будут избираемы, а не назначаемые. Значимые руководители, а не значимые, неизбираемые, что ли? Выборы. Выборы — это хорошо. Но опять же, у кого больше денег, он просто больше бумажек расклеит. Как-то так получится. Поэтому выборы не дают гарантии. 1.10. По окончании полномочий выборного должностного лица в обязательном порядке представляется постоянный отчет о деятельности. При получении удовлетворительной оценки деятельности на граждан ему будет запрещено избираться на государственные должности на срок, на котором пребывал в должности. Мониторинг деятельности чиновника будет вестись в настоящее время на постоянной основе, установить периодической отчетности во время срока исполнения обязательств. Ну, это опять повторы идут. Следить, типа. А смотрите, вот суть-то, что я просек. Типа чинуша такой, вот как будет, как сейчас, который будет жировать. Просто у чинуши не должно быть, зарплата должна быть равна средней. Средней. По городу или по этому месту. И если он покупает какие-то вещи дороже дохода, ну все это вот посчитать, то просто автоматически как бы увольняется без выборов. Ну, то есть, ну, не жировать такое место, не жировое, и все. Как-то что-то тут не описано этого конкретно. Так. Ректоры вузов, директора школы, колледжи будут избираться преподавательским составом. В случае школы родительским комитетом. Ну, отлично. На срок 2 года. В случае успешного выполнения обязанностей допускается переизбрание на повторные сроки. А вот этот залет. Или засядет кто-то и изгниет, как обычно. Так, что ж, вторая по 15 минут. Долго получается. Ну, надо же, я же пообещал детально. Второй графа, раздел иллюстрации. Слово дебилоидное. Это читал несколько раз, но все равно мне не нравится. Это проверка. Блин. Проверка. Хорошо ли ты работал раньше? Как бы работал ли ты по закону раньше, что-то, ну, то я так вот себе понял, что был полицейским, и ты был гнидой или нет. Проверка, ну, как бы вот по-нормальному сказать, проверка. Проведение научного анализа и широкое общественное обсуждение причин, условий и последствий узурпации власти режима Путина. Да, причины... Ну, то, что вот выборы подделывали, что народ дурят по телеку. И хотят сейчас оставить выборы и телек, через которые опять же можно дурить людей. Что тут? Неясно. 2.2. Организация открытого опроса претендентов на замещение должностной власти. Все открыто в интернете. Веб-камеры. Раз мы позиционируем открытое общество, человек задает вопросы по литературе, по истории. Те же самые тесты, их нельзя будет забить, просто голову запомнить. Ну, неплохо, да. Ну, это он был уже. Введение оценки работы и аттестации судей общественным комитетом по результатам их деятельности. Сейчас есть общественные комитеты, которые просто чинуши при чинушах. Поэтому они, ну, должны быть действительно общественные. Все госорганы прежнего режима, имевшие право на насилие или распространяющие имущество, объявляются преступной организацией. На их сотрудников не распространяется презумпция невиновности, эти лица должны быть доказать свою непричастность к преступлению режима, и только тогда смогут быть включены. Ну, отлично. Пункт 2.4. Так, смотрю, 15 минут вторых заканчиваются. Это был раздел 2, 2 и 4. Ну что ж, тогда я второй еще сегодня обсужу. И, наверное, все пока будет. Что долго получается, но... Люди же работали, как бы. Так.